Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня такой проект без вложений. MMGP Spice. Как-то так называется. Значит, регистрация здесь. Вводите email, два раза пароль. И в последней строке вводите пин-код цифровой. Он нужен будет при выводе средств. И обязательно его запомните. Так. Значит, ну вот проект с проверкой честности. Здесь в основном вывод идет в догах. Сейчас я вам все расскажу. Значит, это мощность как бы по ГХС. Там вывод, последние выплаты. Я же войду в аккаунт и сейчас покажу вам все. Все здесь без вложений работать. Будем зарабатывать доги. Значит, так наш аккаунт выглядит. Так. Вот это наша мощность. Валюта доги. Валюта USD. Здесь заморожено у нас будет что-то. И я получила уже бонус. 0.0131 ГХС. Так. Значит, вот здесь бонусы нажмете. Бонус дается один раз в 4 часа. Уже был такой проект как-то подавней. Значит, и дневной коэффициент 1.31. И вот мне теперь бонус. Ну, вот, через 4, у вас здесь пойдет отчет времени, несколько секунд, появится кнопочка, нажмете на кнопочку «Получить бонус», и вам начислится ГХС. Так, далее, вот это вкладочка «Вывод». Здесь мы будем выводить. Значит, минимальный вывод отсюда 100 догов и 1 USD доллар. Комиссия у них 3%. Вот. Так, здесь выбираете. Будем валюту, USD доги. Так, сумму, кошелек, пин-код. Значит, здесь обмен. Значит, отдаю. Мы будем собирать ГХС. Раз в 4 часа. И менять. Отдаю. Что мы отдаем? Например, ГХС. Сюда прописываем. И выбираем валюту. USD доги. Так. Как насобираем там сколько-то ГХС. Можно прописать и посмотреть. Поставить и сколько будет в USD, сколько в догах. Нажмем обменять. И мы получаем денежку. Так. Бонусы я вам сказала. Сообщение. Вот что еще. Смотрите, здесь сообщение что. Внимательно прочитайте сообщение. По окончанию прочтения можно, возможно, начисление бонуса. Вот это вот тоже как бы плюс идет. Значит, нажимаю читать. Так, читаем. Типа того. Идет отсчет времени. Вот несколько секунд. Видите, бонус сейчас. До бонуса осталось столько-то секунд. Давайте подождем и посмотрим, что дадут за бонус. Тоже вот интересно. Получить бонус. Вот один док. Смотрите. Ну и нормально. Правда? Так. Сообщение. Возвращаюсь опять в аккаунт. И вот у меня еще три сообщения. Так, и смотрите, видите, у меня уже валюта один док дали. Неплохо. Ну, я все не буду уже зачитывать, просто вам показала. Значит, здесь баннеры. Для рекламы и также наша партнерская ссылочка. Ну и в партнерах тоже наша находится партнерская ссылочка. Вот тоже партнерская ссылочка вот здесь находится. Вот она. Так. Значит, история. Здесь вот, ну вот я вот получила, что бонус вот этот четырехчасовой. Далее настройки. Что у нас там в настройках? Реклама. Так. Все я закрою. Настройки.
был год назад, я была в проекте в аналогичном, ну, похожий тоже 4-часовой бонус, и я там очень неплохо заработала в догах. Платил исправно. А, ну здесь имя, страна, скайп, телефон, ну и пароль новый, старый. Вот. Как бы, да? Ну, это все потом можно и как бы и написать, как бы имя, да, да, скайп. Ну, вот такой вот проект, кому интересно, пользуйтесь. Вывод будем проверять, когда будет что проверять. Вот. Буду делать видеообзор. Всем удачи, больших заработков, до новых встреч!